Запись идет. Кто-то тут первый идет. Первый, похоже, идет наш человек. Вон сколько их тут. Целая вереница. Давайте. Ну, там и... Там еще дальше. Ну, приветствуем. Слава Христу. Помогайте, заносите туда. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Ой, Катеринушка, как мы заждались вас. Ну что, атаман, говорит, Семенов. Знаешь такого? Знаю, конечно. История. Мама, ну, добрый день. Вот и заждались Николай. Вас мы тут. Слава Христу. Заходите. Вещи разбирайте, заходите. Вам, Игнатий Тихонович. О, так, сестры, вот сюда заносите вещи. Добрый день. А братья наши мир туда вам. Заносите. Здоровы были. Храни вас Господь. Так, братья, все туда несите. Ага. Вон тут потуда обходите. А сестрам сюда помогите занести. То, что с едой, то туда налево. Сразу еду отгрузить. Еду налево, да. Давай, Володенька, определяйся. Тут машина еще не все пришли. О-о-о! Николай, добрый день. Слава Христу. Даже не верится, что доедет. Давайте. Так, туда вон мужчину или туда. Туда прям туда, сразу на место. Да. Сестры, а вы сюда влево. Мир вам, Игнатий Смир. Тихонович. Ну, смотрим, смотрим, видим вас. Ну, а к вам собрались, ну, слава Богу. Мы дождались вас. Да, сестры, вот сюда вещи свои заносите. Братьям командуйте, чтобы они туда ушли, направо. О, добрый день. Александр. Ну ладно. Так, направо мужчины все. Заносите туда вещи, а потом сразу сюда придете. Вот сюда, сестры, свои вещи туда заносите, влево. Ну тут братья помогут. Ну все, считай. Кого все, там еще идут. Да еще с костылями. Серега! Так, братья, справа, сестры влево. Так уж получилось у нас. Давайте. Заходите. Помогай. Узнавай только куда, направо или налево. Лучше все там вещи ставьте. Так, разгрузился? Ставь на место, газель. Все, свободно. Все, все, все. Не, да, нагодите назад. Ой, Оленька, приехала, а? Ну, слава Христу. Ой, кого я вижу-то? Давайте. Так, братья направо, сестры налево. Ну, кто пришел-то тут, а? Игнатий, мир вам. С миром. Ну, все, сестры, влево, заносите вещи свои, туда заходите. Спасибо. Храни вас Господь. Давайте. Так, помогай, Максим, какие? Под машину не подходите, машину пятит. Все. Помнишь меня, Максим?